Кого поздравляют с именинами 29 ноября? Для каких имен празднуются именины 29 ноября, можно узнать, заглянув в церковный календарь праздников на 2020 год. Именинники в этот день те, кто носит мужские имена, Виктор, Дмитрий, Иван, Михаил и некоторые другие. Если в календаре на сегодня нет женских имен, то именины, рожденных в этот день девочек, переносятся на 8 дней. Так делают в соответствии с давней традицией наречения детей именно по истечении этого срока. И при крещении им стоит давать женские имена тех святых, кого почитают в соответствующий день. Также 29 ноября Православная Церковь почитает святого новомученика отца Макария Соловьева. Он считается покровителем дня, и именно к нему должны обращаться именинники с молитвами. Очень важно назвать мальчиков, рожденных сегодня, именно этим именем в честь их ангела-хранителя. Имя наделит их такими качествами, как эмоциональная стабильность, высокий интеллект и находчивость. Чтобы узнать, когда отмечают именины обладателей тех или иных имен, нужно обратиться к святцам, где собраны все мужские и женские имена. Для каждого дня в году либо же просмотреть календарь церковных праздников. История отца Макария Соловьева. В начале жизни отца Макария ведомости практически не сохранилось, но он навсегда вошел в историю Православной Церкви как ревностный служитель и самозабвенный борец за ее существование в годы коммунистических гонений. По некоторым сведениям, родился в Скорнево, маленькой деревеньке Тверской губернии, с ранних лет наметил для себя путь священнослужителя. С этой целью благополучно окончил духовную семинарию. Получив нужное образование, он стал священником, пройдя таинство рукоположения. К обязанностям своим подходил ответственно, пользовался большим авторитетом у прихожан. За это его обвинили в антисоветской пропаганде и отправили в трехлетнюю ссылку. После он продолжил службу в церкви, а через 4 года ему предъявили новое обвинение и по вынесенному приговору расстреляли. В начале 21-го на архиерейском соборе его канонизировали как православного новомученика. Видео «День ангела» 29 ноября. Все именинники 29 ноября.